Анна Москалева, Максим Ложкин, Санкт-Петербург. Пока мы с вами встречаем Анну Москалеву и Максима Ложкина, спортсменов, представляющих спортивную академию Тамары Москвиной, Николай Морошкин за ними наблюдает. Я также отмечу, что неподалеку от тренера находится и Андрей Кутовой. Спортсмен, собственно, представляющий эту же самую школу, и сейчас, я думаю, болеющий за одногруппников, которого мы наконец-то увидим на старте Кубка Федерации в нынешнем сезоне. Андрей на льду — это всегда здорово, ну а пока на этом самом льду Анна Москалева и Максим Ложкин. Что, неужто на том и борьба появилась между двумя лидирующими парами? Напомню, что не идеально свою короткую программу исполнили Майя Шигай и Игорь Шамшуров. И появляется шанс у Анны Москалевой и Максима Ложкина. Очень задорная мелодия Caro Emerald, That Man, тот мужчина, прозвучала сейчас над льдом в Самаре. Публика оценила. Люди откуда-то берутся на трибунах, их немного, они такие очень точечные пучки себя представляют, но этих пучочков, наверное, уже десяток, а то и почти полтора. Здорово, здорово откатались, конечно, Анна с Максимом. Пусть, опять же, не все элементы пошли в плюсовую зону, в зеленую, так называемую, в красную осталась парочка. Но в целом, конечно, это было одно из самых впечатляющих выступлений на сегодняшний день. Давайте еще раз смотреть. Начали с выброса. Выброс очень приличный, в отличие от большинства пар, которые используют флип для удорожания. Здесь был луц, и это смотрелось очень прилично. Чуть-чуть не сдюжили с параллельным двойным макселем. Отминусовали арбитры этот элемент абсолютно заслуженно. Очень хорошая, уверенная поддержка. Достаточно неплохой тодес. Но в целом настроение, которое создали этим прокатом фигуристы из Питера, позволяет говорить, что вытягивают они парные состязания. В нынешнем сезоне я как-то уже попривык, что в парах есть очень интересные
спортсмены, и на нескольких этапах была отчаянная борьба, причем такая серьезная борьба, и юниорские турниры были очень упорными, и здесь ожидал чего-то похожего. Пока, к сожалению, получалось не очень. Ну вот, может, сейчас получится, ведь это лучший результат, 63,5 балла, и Москалёва Ложкин выходит в лидеры.